Привет, продолжаю рубрику топ-30 моих любимых продуктов. И в него вошла вот такая новиночка. Увлажняющий крем кожи вокруг век Гидра. Экспатентованный тоже комплекс. Увлажнителем с кофеином, который мгновенно восстанавливает кожу, убирает темные круги под глазами и припухлость. Многие девушки часто используют дневной крем. Если куда-то особенно едут в отпуск, перестают пользоваться кремом для век и используют просто обычный крем, чтобы не брать с собой там, куда-то в отпуск. Или просто не пользуются кремом для век, пропускают. Что первое, прежде всего, стареет, да, выдает наш возраст, это мимические морщинки как раз-таки вот здесь. Нужно каждый день пользоваться утром и вечером. Утром в особенности защита от солнца, от фотостарения, потому что самое сильное старение – это идет фотостарение, а солнце как очень сильно вредит нашей коже, и это будет выдавать ваш возраст. Почему важно пользоваться увлажняющими сериями? Именно увлажняющими, потому что на 80% наша клеточка состоит из воды. Если клеточки недостаточно воды, она какая-то там скукоженная, и даже если вы ее питаете какими-то компонентами, то все равно скукоженная клеточка с маслами, в нее они не проникают, она остается скукоженной. Здесь действует увлажнитель, в основном ставят гиалурон, часто, может быть, здесь какой-то другой увлажнитель, надо покопаться в составе. Экстракт цветка Алтея, экстракт клубники и гамималис. Любые увлажнители, а это заявлено как именно увлажняющий крем, эффект идет губки. То есть компонент проникает глубоко в вашу кожу и как магнитик начинает собирать везде воду. Собирает это все в клеточке. Таким образом клеточка расправляется, ну это и так условно говоря. После этого уже все активные компоненты начинают действовать и ваша кожа восстанавливается. Этой серии пользуюсь буквально 2 недельки, а этот крем пошел в подарок при покупке крема. Минус, конечно, что нужно доставать, лучше, конечно же, палочкой, антибактериальный эффект идет. А какое ощущение? Во-первых, практически нейтральный запах. Когда наносится, ощущается легкий холодок. Это ледниковая водичка, холодненький, чуть-чуть легкий холодненький эффект. Крем рекомендую всем, и если вы пользовались таким кремом, пожалуйста, напишите в отзывах. Все, до следующих встреч, я расскажу о других моих любимых продуктах, скорее всего, об этой серии.